Расскажи, как тебе матч? Ожидал такой результат, что будет? Ну, хотелось победить. Очень хотелось. Нам всем очень хотелось. Мы даже в кругу сказали, что вот надо как бы завершить наш вот этот недельный цикл сборной. Сборов сборной. Вот. Хотелось, конечно, победы. И хотелось без пропущенных, но бывает. Ничего страшного. Главное, что мы отвесили троечку и нормально. Сейчас домой поедем. Работать в клубе. В перерыве ты такая была очень уставшая. Много сил матч отнял? На самом деле хотелось доиграть, но в первом тайме было максимально душно, жарко, противно. Ты бежишь, понимаешь, что надо, но с тебя 300 потов сходят, и понимаешь, что надо работать. Вот. Но было, да, тяжело, потому что в центре бегали вот так вот под мостом. И было тяжело, учитывая антропометрию ЦСКА, что мы такие, а они гиганты. Вот. И не успевали как бы играть в подборах, но мы старались максимально. Собственно, и все.